Вот мы пришли к вокзалу Туапсе. С другой стороны. Тут движение оживленное. По 200 рублей девочки хотят в Лермонтов. О, 200 рублей. Поэтому я думаю, что... Пойди на лавочку, посиди пока. Так, ехать в транспорт. Так, а куда сумки есть? А, вон он там пошел. Я не туда пошла, или он не туда пошел. Что, время есть у нас еще потоптаться по Туапсе. Сейчас разберемся. Сегодня утром мы тут шли, когда приехали. Возможно, он тут увидел, что нам сюда надо, вот вокзал. Ну, да. Внимательный сын. Будет досмотр. Да, нам туда. Выключаем.